Перспективы развития и проблемы филиала Московского автодорожного института в Махачкале. Этот вопрос обсудил премьер-министр Дагестана на встрече с исполняющим обязанности ректором АДИ Виктором Ницевичем. Специалисты отмечают, в последние годы все меньше выпускников школ выбирают ЕГЭ по физике. Таким образом, уменьшается количество тех, кто получает инженерное образование. Виктор Ницевич предложил стимулировать школьников и самих учителей физики. В дальнейшем инженеры могут принести республике много пользы. Чтобы мы совместно развивали филиал не только в образовательной деятельности, поскольку мы сегодня ставим задачу, чтобы развивались научные исследования, экспертная деятельность, консультационная деятельность, чтобы филиал был полезен по такому широкому кругу задач, которые стоят перед отраслями автомобильно-дорожного комплекса. Где-то в каких-то арендованных помещениях, чуть ли не, как говорится, не на задворках, получали люди дипломы, никаких знаний. И такую большую борьбу для наведения порядка, большую работу провели. А филиал МАДИ – это престижнейший институт российский. Абдусамат Гамидов добавил, качеству образования в регионе уделяется особое внимание, а филиал МАДИ в Махачкале находится на хорошем счету. Сомнительные образовательные учреждения на сегодня удалось закрыть, оставив только эффективные.